Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Adminato Space, и сегодня я бы хотел сделать видеообзор на мой рабочий стол. У меня, конечно же, есть еще один столик с ПК, но в данном случае я хотел бы вам продемонстрировать именно это. Да, сейчас тут небольшой бардак, но в этом-то вся и суть, не правда ли? Ну, давайте сперва посмотрим на то, что у меня внутри в ящичках. В ящичках у нас первая — это карта Средиземья. Я думаю, вам всем будет интересно, что у меня тут лежит, у меня тут много разных интересных вещей. Это какой-то кейс. Так, стоп, этого я раньше не видел. А это, я понял, пленки на айфоны. Набор запечатанный Лего Феррари, подарил мне его Альфонс, и спасибо ему на этом. С оружием Брик Армс, полибэк 98 года, полибэк Бионику, я вот так и оставил запечатанным. Инструкция от Hero Factory, игральные карты Star Wars по приквелам. Это губная гармошка. Далее идут тут всякие линзы для съемок. Кстати, это очень крутая вещь на самом деле. Да, и зачем я их туда выкинул, и почему у меня тут вот эти все мои вещи лежат. Но это тайна, она останется загадкой на моем канале, я думаю. Каждый из вас может попробовать угадать, почему это такое все происходит. Но все равно ответ я давать не буду, ха-ха. Ну да, это такая тайна, мистика на моем канале будет. Для чего же это? Что же происходит? И потом будет небольшая смена дислокации, но вы ничего не узнаете. Хотя, на самом деле, возможно, и узнаете, я даже не знаю. Книга Dishonored, Звездные войны, сага. Конечно же, как же без них? Ну, это же святое. Тут у нас инструкция от Джанго Фетта корабля 2002 года. Затем инструкция от LEGO Insectoids, инструкция от LEGO Mobile Devastator из Exaforce. Пару там снимков всяких, наклейки по Star Wars и, конечно же, книга про Лорда Вейдера. Я, кстати, так и не дочитал, надо будет дочитать. У меня же лежит сколько, а я ее, ну, почти дочитал, но не дочитал. Это грешно. Так, дальше у нас вот этот шкафчик маленький. Тут у нас более такие рандомные вещи, так сказать. Здесь у нас коробка от айфона моего 6-го. Потом тут всякие ручки. Здесь... зарядки, рейзеровская бенд какая-то, вот этот телефон, очень крутой телефон. Вот, он даже не на симках работает, это папин самый первый телефон. Вот, и он тут работает, и он работает, чуваки, он работает. Это вот не айфоны, которые там пожили 5 лет, и все, и до свидания. Ему уже лет 30, наверное, если не больше. Так, далее пакетики, карточка Шоквейва, суперклей, как же без него. Тут всякие карты, они по 10 гривен, я не знаю, зачем я их брал, я как-то психанул. Зашел, мог взять мороженку, взял все карты. Ну, потом мы их с Даником раскидывали, было весело. У нас тут деталька Лего. Да, отсылала сама компания Лего мне, поэтому я это так оставил, как память. А тут чехольчик от Паркер, потом инструкция Exaforce от Firewatcher. Так, тут у нас Balloons. Balloons — это вещь. iPhone 4, точнее его коробочка Доминик. Это... тут сейчас черт с табакерки, шучу, там карты. Тут у нас еще батарейки. Да-да, у меня много батареек на все случаи жизни. Обычно их вставляю в лазерные мечи. Это блистер от Энакина Скайуокера, винтажные коллекции 2010 года. Кстати, в 2018 году возвращают винтажную коллекцию. И да, я буду покупать эти фигурки, потому что эти фигурки идеальные. Star Wars Omnibus Knights of the Old Republic. Тут история Зена Керрика, да, я все еще помню, как его зовут. Мы это попали в 2013-м. Вот, это очень крутой комикс. Далее, это память, это просто память. Был такой у нас маленький магазинчик, в котором мы вот взяли эту игру. Sweet Igor. Games for Windows. У меня был Windows XP, только 2009, наверное. Ну, и это очень круто. У меня половина из этих игр, конечно, не запускалась, но у меня работал Battlefront 2. Какая-то из этих Jedi Academy. Вот это не работало, вот это не работало, не работало. Побег с Явина 4 не работал, но я очень хотел, потому что там Оби-Ван с Энаким нам изображены. Empire at War у меня работал. И, по-моему, одна из вот этих Knights of the Old Republic. Но я, честно говоря, уже не помню, это было давным-давно. Ну и сейчас я могу их все спокойно с интернета скачать. Эх, были же времена, когда ты охотился за дисками с твоей любимой вселенной и... все, что было, это было вот это.
Ну а теперь предзаказываешь Battlefront 2, ждешь и понимаешь, что будешь играть в годноту, хоть и там есть восьмой сраный эпизод, который ужасный явно. Ну да ладно, тут у нас опять карты, тут даже по DC Comics. Вон они. Супермен и Бэтмен. Не, Бэтмен круче. А потом тут Мастер Йода. Мастер Йода. Так, это чё? А, это про корабли. Дедушка распечатывал. Это вещь. И тут Фабер-Кастель для рисования фэнтези, но я рисую чернильными ручками, поэтому мне это уже как бы не надо. Я их все исписал плюс. Так, ладно, тут у нас Alienware мой. Коврик. Вышка. Потом тут опять Bicycle, Starlight Lunar. Мой любимый дек. Часы цельнометаллического алхимика. Государственного, прошу заметить. Далее тут кольцо Сиэли, кольцо Корона и браслетик. Наушники. Ну и зачем они тут? Они у меня обычно вот там. Тут лежат, но, опять же, это тайн, секрет. Летучий голландец. Вот он, самодельный Flying Dutchman. Смотрите, насколько он крут. Да на нем тоже нет фигурок. Это подозрительно, не правда ли? Я сам офигеваю, как только думаю об этом. Причем я же все знаю, я знаю все свои тайны. Хотя порой я и сам удивляюсь, что я их знаю, но... Ладно, мне хватит вас запутывать. Лего UFO, Лего Касл, смотрите, какой красивый Лего Касл, коробочка от Лего Касл, коробочка от Экзофорс, без них я не могу, меня уже мама убивает, говорит, зачем эти коробки, но я говорю, это слишком круто, я же не какую-то там, не знаю, чиму или не знаю, что оставляю, Friends, я оставляю годные серии, поэтому мне можно, я думаю, хотя мне все равно нельзя, но и пофиг. Наборчики UFO, это UFO, UFO Avenger, как-то так он называется, и вот другие наборы. Как я сказал, здесь первые экземпляры Big Chronicle, Грозахнева и Нара Торрена в моей книге, потом Лего UFO, потом часы. Затем здесь у нас имеется это подарки с Китая, папа привез, потом трубка Шерлока Холмса. Тут ангелок, там кристаллы, тут глобус, и все это выглядит очень круто. Так, тут у нас фигурки по Star Wars. Тут у нас всякая всячина. Здесь тяжело открывать, но тут мои одни гривны лежат. И здесь, о, черт возьми, Fire Vulture, Monster Fighters, Замок Вампира и Биг Бен. Вот он, Биг Бен наш. Красавец. И наборчик по Star Wars Final Lightsaber Duel. Что ж, друзья, вот такой вот у меня рабочий стол. Он немного в бардаке, но здесь много лего. Поэтому, думаю, вам понравился данный обзор. Всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи и пока.